Да, мы нормально. С кровавых непришедшие поли, не в землю наш полегли тогда, а превратились в белых журавлей. Друг друга экипаж машины в бой, тристом близко привет друг друга экипаж машины в бой. Автопробег бессмертного полка мы провели 9 мая, ничуть не нарушая те ограничения, которые существовали. Мы наклеили фотографии наших фронтовиков, а их 230 человек, и проехали с ними по нашим полям, исполняя фронтовые мелодии. В 2017 году, когда мы собрали рекордный урожай для нашего колхоза, 32 800 тонн зерновых колосовых, мы провели парад комбайнов. И тогда еще сказали, следующий парад будем проводить только тогда, когда будет превышение. Вот сегодня мы достигли уровень 2017 года, и те 300 тонн, которые сейчас соберут эти комбайны, будут превышением. Мы достигли нового рекорда. А рекорд всегда надо отмечать. И в том, что высокая у нас в этом году урожайность, это не только применение современных технологий. Я уверен, что с небес фронтовики нам тоже помогли. Они вместе с нами выращивали хлеб и вместе с нами сегодня убирают.